нужно. Добавляем дрожжи сухие и пусть постоит. Молоко должно быть теплым. Ложим сахар, яйцо. Добавляем масло оливковое, 40 сантилитров. Добавляем соль. Ложку муки и немножко перемешиваем. Вмешиваем муку. Ставим тесто отдыхать час. Порежем. Все 10 минут на масле. 2 столовых ложки. Столовую чайную ложку провансальных добавляем соль и помидоры жарим 5 минут. Маленькими кусочками перемешаем. Тесто вот так хорошо поднялось. Сейчас делаем пиццу. Половину выложили сюда, половину оставляем. Прям лопат. Переложила тесто. И теперь расправляем. Расправляем легонько. Оставляем так 30 минут. Тесто подошло. Ложим все сверху. Ложим все сверху, идем жарить 180 градусов 30-40 минут. Такая пицца у меня получилась.